В Закарпатье провели крупную спецоперацию. Искали тех, кто незаконно валит лес в Тячевском районе. Обыски провели в Брустурянском лесничестве. Задержали одного из сотрудников, который получил за нелегальную вырубку взятку более 60 тысяч гривен. На территории лесничества правоохранители нашли около 500 кубометров ели. Ее стоимость оценивают в 700 тысяч гривен. Деревья вырубили незаконно, без учета и разрешительных документов. Недавно наши корреспонденты побывали в этой местности, снимали территорию лесничества. Вот так в Тячевском районе выглядят горы. Десятки лысых участков, где проводились вырубки. Прокуратура викрила схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди посадовцями Брустурянського лісомисливського господарства за незаконний продаж лісу. Встановлено, що посадовці організували незаконний продаж лісопродукції без оформлення відповідних дозвільних документів. А також вони здійснювали вирубку лісу без лісорудного квитка та дозвільних документів.